Представители Магдебургского университета посетили Казанский федеральный университет. В ходе встречи была достигнута договоренность об открытии совместных программ по экономике между Казанским университетом и Магдебургским университетом. Ректор КФУ Ильшат Гафуров представил коллегам результаты переговоров с заместителем директора Германской службы академических обменов DAAD. А именно, идею внедрения нового институционального подхода при выборе программы обмена для каждого студента и преподавателя. Ректор также ознакомил гостей с приоритетами КФУ и теми изменениями, что произошли в университете с момента их последнего визита в Казань. Уже совсем скоро первые идеи двухсторонних проектов обсудят руководители университета Магдебурга, Института управления экономики и финансов КФУ. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.